Знаешь, батл-рэп сдох, прямо как скул. Батл-рэп мёртв, эта фраза как культ. Батл-рэп умер, так завещал их пастух. И вторя ему, они жужжат стаями мух. Не написав новый слоган для масс, без своего эпатажа. Гнуми сам сдохни, как персонаж. Чтоб выживать, не падали, чтобы продажи. Нужен хайп, батл века не проводится дважды. Для кого-то смерть — это камень могильный. Для кого-то смерть — перестать быть медийным. Отправить бутиль, целый жанр убить и уйти, чтобы в нем тебя не убили. Батл не умирала в мертвых фонтанах. Была живая вода на словах Хабаров. Не знали про антихайп миром. Виноват в том, что умерли батлы, когда тебе дали бабла. Телек не показывает батлы. Всем андеграунд загнивающий сорняк. Но не все, что опускается под землю, умирает. И возможно, оно просто возвращается к корням. Мрут от чумы наверцы. Кто-то как зритель, а кто-то как батлер. Если бросаться словами на ветер, то их со временем кто-то подхватит. Это за голову держится рестор. Тихо рыдает, над телом жит. Если для вас батл рэп это версус, значит для вас он и не был жив. Батл рэп это каста особых задротов. Для нас это сотка просмотров, как норма. Напротив, не Оксимирон. All Stars не способен собрать стадион. Но все так и должно быть. Эй, парень, ты кто? Вот обычный комментарий за флоу. Настоящий хип-хоп не там, где пароль амав забой. Это там, где оставаться собой, сука, так и запомни. Похоронил МЦ, грустно за бэтлмен, будто Deepak Sense. Я в этом нерв, то если в бэтл мертв, есть мертвый плоти, словно некромор. Все на борт, держим курс на планету мертвых. Все верят в мор, но я делом врос в это судно, как Дэвид Джонс. Некромор, вечный спор. Это творчество, это спорт. Но кто готов обесценить все, тот торт до мертвых пойдет на корм. Некромор, все на борт, держим курс на планету мертвых. Все верят в мор, но я делом врос в это судно, как Дэвид Джонс. Некромор, вечный спор. Это творчество, это спорт. Но кто готов обесценить все, тот торт до мертвых пойдет на корм.